Друзья, приветствую вас на нашем канале. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под роликом, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Благодарю. А мы начинаем. В Москве на 80-м году жизни скончалась возлюбленная актера, поэта Владимира Высоцкого, актриса Татьяна Иваненко. Обстоятельства ее смерти устанавливаются. Иваненко – советская актриса, артистка театра драмы и комедии на Таганке с 66-го до конца 90-х. Она также сыграла в фильмах «Внимание, цунами», «Впереди день» и в эпизодах ряда других кинолент. Роман поэта и актрисы, вероятно, начался в 66-м, когда она пришла работать в театр. Он продолжался несколько лет. Считается, что Высоцкий посвятил возлюбленной песню «Как все, как это было». В сентябре 1972 года артистка родила дочь Анастасию. В ее свидетельстве указана фамилия Иваненко. Однако театральные коллеги актеров отмечали, что девочка – дочь Высоцкого. Сама актриса не скрывала, что ребенок родился от него. Светлая вечная память. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.